И к другим темам. Мировое потребление овощей и фруктов растет в среднем по 5-7% в год. Узбекистан не только обеспечивает потребности населения, но и экспортирует сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок, обладая большим потенциалом в данной сфере. Глава государства уделяет большое внимание развитию сферы в качестве приоритетного направления. За 7 месяцев текущего года экспортная выручка республики в категории овощи и фрукты составила более 480 миллионов долларов. О показателях Ферганы расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день вопрос повышения экспортного потенциала овощей и фруктов, выращенных нашими фермерами, не теряет свою актуальность. Не секрет, что данная отрасль приносит большой доход. Посмотрим на цифры. Если в 2016 году Ферганская область экспортировала сельхозпродукцию на 80 миллионов 300 тысяч долларов, то в этом году данный показатель увеличился почти в 3 раза и составил порядка 200 миллионов долларов. Отдельное внимание уделяется созданию единой базы экспортируемой сельхозпродукции, учитывая потенциал каждого региона в отдельности. В частности, если брать Ферганский регион, то впервые был осуществлен экспорт малины в Польшу на сумму 400 тысяч евро. Из Риштана поставляются за рубеж зелень, семена подсолнуха и так далее. Таким образом, создается системность в работе. На сегодняшний день свыше 260 предприятий региона напрямую экспортируют сельхозпродукцию в более чем 30 стран мира. К примеру, данное предприятие. Объем экспорта в прошлом году составил более 20 миллионов долларов, а в 2021 уже превысил 25 миллионов долларов. Предпринимателям, которые занимаются выращиванием, переработкой и экспортом сельхозпродукции, со стороны государства предоставлены широкие льготы, в том числе таможенные, что положительно влияет на рост экспортных показателей. На этом посту Алтай-Арыкского района в целях обеспечения дополнительных удобств и экономии времени организованы пункты оформления документов. Процесс идет оперативно, без лишних проволочек. В этом году фермерами Ферганской области экспортировано 44 вида фруктов и овощей. Это в основном вишня, виноград, персики, томаты, сушеные фрукты и овощи, абрикосы, сливы и гранаты. Расширяется и география поставок. Сейчас мы экспортируем продукцию в 30 стран мира. Это, в свою очередь, на 9 стран больше, чем в 2016-м. Тесно сотрудничаем с такими государствами, как США, Австрия. Ведется активная работа, направленная на расширение географии нашего экспорта. Отдельное внимание – эффективности хранения и переработки фруктов и овощей. В этих целях в октябре текущего года были введены в эксплуатацию 18 новых холодильных складов вместимостью 7,5 тысяч тонн каждый. В 2022 году в рамках инвестиционных проектов намечено создать дополнительно 18 холодильных камер на 15,5 тысяч тонн.